Так, вот я нашел игру, в которую я играл больше, чем в предыдущую, в теннис. В общем, это Tiny Toon, но это спортивная игра, это не обычный Tiny Toon. В обычного-то я играл еще сам больше всего. Это была самая первая игра на Sega, Tiny Toon. Но не эта, а которая обычная. Ну да ладно, здесь у нас есть футбол, баскетбол, это бег, по-моему, это боулинг, это такие штучки, которые когда вот вылезают из лунок и нужно бить им по голове. Но я даже не знаю, что по гамоте. Давайте в футбол, что ли. Не то нажал я. В общем, старт нужно нажать. Футбол 1-1 с компом. Вот, мы можем выбрать себе команду. Спокойно, видимо, вот это вот... Нет. Здесь есть все. Практически главный герой, там, Тини Тун, ну и все такое. Сам Тини Тун, давайте я возьму его. Помнится, он быстро здесь бегает. Так, как тут выбирать? Отлично. Свинка, Хэмптон. Я любил играть за Таза, или как его там. Вот Монтана Макс. Давайте я возьму Монтана Макс. Это злодей, помнится. Вот этот чувачок быстро бегает. Уточка. Давайте возьмем на ворота. Нет, зачем нам быстро бегающего на ворота? На ворота, блин, как раз бы Макса поставить. Ну ладно, взял я на ворота Фифи. И выбираем наших соперников. Возьмем вот эту вот штучку. Я не помню, как кто что делает. Вот это вот, помню, поцелуйчики рассылает. Этот бегает, ну, давайте возьмем соперника. И этот тоже, что ли, поцелуйчики. Нет, что-то не помню. Ну, короче, сейчас посмотрим. Возьмем аренды, да, обычный стадион возьмем. И вспомнить бы мне управление. Забавная музычка. Разводим, в общем. Так, как-то здесь ускоряться. Подкаты, как кстати. Блин, здесь возможности супер. Вот видите, у меня крутился сейчас. Блин, я даже не помню. Отлично, вот судя по всему подкаты, а ускорение. Черт. Не помню совсем я управление. Ну вот, я пропустил. Да уж, вот раньше-то я, блин, только так разносил этот комп. Ну, раньше было раньше. Так, пассива. Видимо, здесь нет никаких ускорений. Эй, а как ты к меня бортует-то? Да что ты? Совсем офигели. Вот сейчас пас будет, я помнится. Помню эту тактику. Компа. Ладно, подбираем мяч и давай, Макс. Нет. Аут у нас сейчас будет. Лови, Макс. Ну куда? Это не Максу, это Тазу, видимо. И на другом фланге курочка. Лови, Бакс. Давай, Тини Тун. Ах, черт, а на подборе никого. Забавно. Вот, можем использовать штучку. Эй, верни нам мяч. Вот мы ударяем вот так вот. И выносит у соперника вратаря. И нужно пользоваться этим моментом, пока вратарь в отключке. Вот, блин, я случайно выбежал в аут. И очень плохо, что я выбежал. Можем ударить и... Давай! Давай! Блин, не туда нажал. Видимо, у меня долго бежит таз, потому что его... Нет, потому что я пользовался возможностями его. Вот как я только что сделал Максом недавно. Давай, блин. Успел наш вратарь вытащить, но, видимо, у него тоже, типа, капельки пота. Ну, да блин, добить некому. Интересно, отсюда долетит? Ах, черт. Вот эти вот капельки пота означают, что можно легко вынести соперника. Вот так вот, например. Подаем угловой. Нет, это аут. Ах, не попал я по мячику. Макс, давай. Ой. Блин, в своего попал. Давай, Бакс. Блин. Кривой пас. Ух. Угловой. Макс, тащи. Гол! Отлично, 1-1. Замечательная игра. Помню, за недолго очень сидел. Как я уже говорил.
Интересно, еще есть кого-нибудь с Sega? Блин, картриджи бы взять кого-нибудь, спросить нужно у друзей, может, у кого осталось. Помню, с Mortal Kombat там всякие играли. Вот Mortal Kombat бы, я думаю, вам было интересно смотреть, так как группа у нас о рестлинге, то есть о драчках. Ну, не только о рестлинге, если говорить об игровых видео. Любое видео игровое от вас, ну, конечно же, лучше спортивное, приветствуется в группе, само собой. Так что, если вы можете хоть как-нибудь, то запишите. Ух, вырубили мы курочку. В соперниках просите, если кому-то неприятно, что я не знаю название, там, курочку говорю. Я не помню, честно, имена всех, всех героев, хотя, хоть я из 90-х, но это, в принципе, не важно. Ну, стыдно, конечно, я не помню всех. Всегда интересовал вопрос, Бакс Банни и Тинни Тунт, это один и тот же заяц? Ну, честно говоря, я думаю, что да. Тут у нас танцули, но не будем смотреть, потому что мы не устали, я думаю. Все-таки забавненькая музычка. Так, своего вырубил случайно. Ой, хорошо, что Макс оказался вовремя, и Бакс имеет шанс. Нет, забирает вратарь у нас мяч. Снова Бакс на подборе. Бакс Банни, я почему-то мне привычно называть Бакс Банни, нежели Тинни Тун. Подкатик от Макса. Удар, нет, принимает на себя его. Девочка, которая всех любит целовать, и... Отлично, сейчас был шанс пропустить, но этого не произошло. Как бы тут схитрить-то, блин, я даже не знаю, чтобы забить. Ух! Вот вы видите, сейчас как сплюснут был мяч, вот таким мячом можно кому-нибудь вынести. Вот сейчас у нас там кто-то улетел. Это, по-моему, Багза вырубили. Ах. Можем воспользоваться нашими возможностями. Отлично, крутой вратарь у нас выбил соперника из колеи. Приходится возвращаться назад сейчас. И выбили нашего вратаря. Нет, отлично. Только скорость Макса спасла нас от поражения. Ну как от поражения? От пропущенного гола, конечно же. От поражения еще рано нас спасать. Сейчас может быть гол. Да. 2-1. Че-то я прям в детство впал. Не хватает еще соперника, сидящего рядом со мной. Так, пас на Макса. Ой, на Бакса. Удар. Ах, отбили. Придется мне воспользоваться нашими возможностями, я так понял. Ах, забрали мяч. Но Бакс, по-моему, подустал, хотя нет. Бакс тоже имеет большую скорость, сейчас я попробую показать. Макс, как вы поняли, на машинке катается, вот. Так, не могу мячик забрать пока. Ну, отворот, по идее, да. Выноси. У таза еще прикольная штука, он крутится. У меня, кстати, пенал с тазом. Так, вот сейчас попробую. Вот такая вот штука, ударяем. И вырубили вратаря, забиваем Бакса, отлично. Это как, знаете, финишеры в рестлинге. На треугольничек там, сигнатура, или типа того. В общем, круто, пока 2-2. Сравниваем. И сейчас пойдет у нас явно упорная борьба. Передадим Тини. А вот, видите, там любовные сцены какие-то. Эй! Блин, зря просрал только свою возможность. В общем, эй, ты что творишь? Забирай, отлично. В общем, которого вот сейчас вырубили в моей штрафной площади. Вот этот, она пользуется какими-то любовными штуками, и она присасывается к вам. А потом мяч, по-моему, летит. И если мяч попадает к вам, то вас вырубают. Вот сейчас вот эта штучка. Я не знаю, как это называется, кто это, енот или кто. Типа на колесе крутился. Но это не енот, это скунс. Или... Нет, скунс у меня на воротах.
Ну, пусть будет это енот. Последний шанс. Макс хорошо отрабатывает штрафной. И давайте на тачке-то. Черт, не успели. Ну, что у нас, ничья? О, серебряная. Честно, я не помню, как ее бить, ну ладно. Попробуем что-то вот типа того. О-о-о-о-о. Отлично. Вот радость, видимо, моей команды. Теперь бьют наши соперники. Куда нам прыгать-то? Эй, ну ладно. Не смог я вытащить. Так, теперь бью я. Ударим вот туда. О, ударили по центру, хотя я нажимал наверх. Ну и ладно. Так, теперь бьют нам соперники. Куда прыгать? Ну-ка я вниз прыгаю. Прыгать буду. Ах, не угадал. Ну и сейчас третий решающий удар. Нужно забивать. Стопудово, кто же у нас бьет? У нас бьет Тини Тун. И мы бьем вверх. Давайте ударю-ка я вверх. Я снова ударил по центру и забил. Ну и отлично. Хорошо, хоть так. Это вот как в FIFA. Бьешь в сторону, блин, а у тебя летит в центр. Ну ладно. Так, нужно тащить стопудово Скунс против енотика. Ну и я, блин, прыгал сюда. Ну почему? Как-то закрутил, наверное, енот. А что сейчас, вратари, интересно, будут бить? Макс у нас бьет заново, получается. Прям в нижний угол. Ой-ой-ой, перелетело. Макс расстроен, и всю нашу команду расстроен. Прям так печально смотреть на них. Ну, теперь нужно тащить стопудово. Я даже и не знаю, куда прыгать. Ну ладно, пробуем наугад. И нам забивают. И наша команда, я так понял, проигрывает. А соперники радуются. Все, мы проиграли. В общем, такая вот замечательная игра. Я не знаю, посмотрели вообще это видео все полностью до конца. Ну, кому-то я прошелся по ностальгии, кому для кого-то я открыл что-то новое. Ну ладно, все равно всем спасибо за просмотр. И всем пока.